Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Итак, мы остановились с вами на 17 главе. Уже пять откровений было Аврааму. В первом откровении, как мы с вами уже знаем, Священное Писание написано на символически покаянном, богочеловеческом, то есть христоцентрическом, экклезиологическом языке, то есть церковном языке. И, соответственно, мы не имеем права мыслить по-атеистически, по, -атеистически, по другому, другому мировоззрению, которое противоречит православию. А православная церковь учит, что Священное Писание имеет четкую структуру, нравственную и вероучительную. И вот именно Авраам своей верой поднимался от степени к степени, возрастал духовно для того, чтобы родился Исаак. Итак... Пять ступенечек мы с вами рассмотрели. Они соответствуют, как мы уже говорили, пяти заповедям блаженств. В первой заповеди блаженств там говорит «блаженный нищие духом». И Авраам узрел эту веру. Он осознал, что без Бога его отец может стать идолопоклонником. Но любя своего отца, почитая свой род и зная, что в роду Евер не участвовал в строительстве Вавилонской башни, он продолжает веру Евера, и поэтому и народ-то называется еврейский, богоизбранный народ до распятия Христа. И в первом богоявлении он это осознает и вместе с своей супругой Сарой выполняет своего рода миссионерско-катехизаторскую работу. Он принимает и воспитывает своих слуг. Он э слышит откровение Божие вот, и уходит из земли от родства своего, от ложных традиций, от идолопоклонства, уходит в землю обетованную, потому что он слышал от своего отца, от ä, других тоже угодников Божьих, которые вполне могли говорить о неком Спасителе, о Мессии. И каждый уже, и, в том числе Авраам, ожидал, что будет этот обетованный Мессия. Но как и Матерь Божия, он в себе говорил, не, а Матерь Божия как говорила, я хочу быть рабыней у той госпожи, от которой родится Мессия. А Иоанн притеча говорил, я недостоин раз, развязать обувь. Вот это состояние духовной нищеты, то есть ну, в дух, ну, немножко в другом смысле, то есть полноты осознания, что без Бога невозможно ничего. И Господь открывается ему и говорит, иди из ура Халдейского в землю обетованную. Вот оно первое откровение. Второе откровение, когда он отдает свою супругу, уже в, в, по причине голода попадает в Египет, и отдает, и он страха ради того, чтобы сохранить э, это обетование, которое Господь открыл ему, он говорит, что он брат своей сестре. Так поступают и многие, которые, сохраняя свою церковь, пытаются э, пройти искушение. Он поднимается через страх Божий. Господь сохраняет его жизнь, показывает, что церковь не будет разрушена. он поднимается на третью степень. Это когда было разделение с лотом, произошло разделение по причине ссоры пастухов. Он как кроткий, блажение кроткие, какие наследят землю, он выбирает менее плодородную землю, в отличие от лота. И мы видим впоследствии, что лот оказался в заложниках у Содома и Гаморы, которые были уничтожены. То есть Авраам поднялся на высоту кротости. Далее он поднимается блажение, алчущей, жаждущей правды. Вот здесь произошло восстановление царского достоинства Авраама. Ему после победы над десятью царями, там были пять и пять, то есть над пятью царями, совершив поход 400-километровый, в одну сторону 200 километров и в другую, возвращается и выходит Мелхиседек. То есть Господь не послал Мелхиседека сразу в первом откровении, не во втором, не в третьем, а в четвертом. И Мелхиседек ему дает, ты действительно по-настоящему царского рода. К Адаму было царское служение. И Авраам это воспринял как некий знак, что Господь его слышит. Под хлебом и вином мы подразумеваем тело и кровь Господней. Именно в таинстве крещения, в таинстве причастия мы становимся также царями. Мы следуем стопам Авраама. Наконец, в пятом откровении, когда решается вопрос, она а даже, чтобы и супругу подготовить. Вот оно, пятое откровение, когда Авраам сомневается, как же будет это. И Сара, она не выдерживает. Она знает, что уже четыре откровения. Господь говорит о том, что будет он отцом множеством, а детей нет. И она видит в себе причину. Она смиряется как в Священном Писании по-славянски «зело», смиряется «зело», ведь весьма «зело», то есть она входит в состояние Авраама и отдает свою служанку Агарь. Это не значит, что произошло смешение, и Авраам упал. Авраам тоже чает этого, но для смирения Сары это нужно было. И вот сейчас, когда изгоняется Агарь, а потом возвращается, вот наступает шестое откровение, блажение чистое сердце. Вот оно милосердие, то есть сердце милующее, оно Сара простила Агаре, Агарь простила Саре, и они вместе начинают жить. То есть вот состояние милосердия нас приближает к чистоте сердца. То есть для Сары она поступила мужественно, Сара, отдав своего мужа, или Агари отдав свою лучшую служанку. И Господь обещает, что за такое послушание Агарь станет тоже родоначальницей, как мы сейчас называем, агаряне, сарацины, тех, которые будут жить в Малой Азии, впоследствии многие из них примут мусульманство. И вот шестое откровение. Авраам был 99 лет, мы приближаемся 99 лет, и Господь, то есть мы приближаемся к шестому откровению. Но перед этим необходимо еще установить и подготовить Авраама, обрезать сердце. Авраам был 99 лет, а, соответственно, Саре было 89 к 90 лет, вот этот промежуток. «Явился Аврааму и сказал ему, Господь явился и сказал ему, я Бог всемогущий». Помните, Господь, когда является, Он каждый раз обозначает с какой целью? «Я твой щит». А здесь Он говорит «Я всемогущий». То есть ты уже замоторевший, тебе 99 лет, Сара не может родить, мы уже 10 лет ждем, что ты родишься после Измаила. И опять Сара не рождает, она смирилась, но все равно нет у нее детей. И Господь говорит, я всемогущий, сила Божия в немощи совершается. Ходи предо мною, будь непорочен. То есть, значит, у Авраама уже закладывались какое-то сомнение, все, все испытано. Уже даже нечего испытывать, уже физиологически это невозможно. Но православная церковь в та, в, на праздник Рождества восхваляет, побеждаются естества чин. То есть, естества чин побеждается, и Авраам от, получает еще новое откровение. «Поставлю завет мой между мною и тобою, весьма-весьма размножу тебя». «И пал Авраам на лице свое», то есть, смирился. Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов». То есть завет не в скотинке, не в материальных благополучиях. «Я твой завет». То есть ты войдешь в меня, а я войду в тебя, я тебе отдам все, что я имею. Вот какой смысл 4 стиха 17 главы. Я, именно я, Бог, вот завет мой с тобою. Ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом. То есть раньше э, слово Авраам прочитывалось с одной буквочкой А. Отец, а теперь, но будет тебе имя Авраам, -а Авраам. Вот. Ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, произведу от тебя народы. «И цари произведу от тебя». Вот это очень ключевое, важное понимание. «Цари произведу от тебя». То есть будет возвращено то царское достоинство, которое утратило, утратил Адам, утратила Ева вкушением запретного плода. То есть еще не были подготовлены, можно так сказать, не в, прибыли в послушании. А вкушение плода без послушания, знание без послушания, как мы знаем, приносит огромное количество вреда. Мы видим, что у нас сейчас с экономикой, с политикой, с экологией. Это все знание без послушания, без любви, если по-другому сказать. «И поставлю завет мой между мною и тобою». Мы помним, завет был в раю, завет с Ноем. Теперь вновь и вновь Господь каждый раз, уже шестой раз, пятый раз повторяет завет, завет постоянный. То есть это завет на первом уровне духовного возрастания, завет на втором уровне блажений плачущей страха Божия, завет на третьем уровне быть кротким, завет на четвертом уровне, то есть быть воином, сохранять свое царское достоинство, пятый уровень быть милосердным. И вот завет уже еще выше, стремление к чистоте сердца, завет в чистоте сердца, так можно назвать. «Я буду Богом твоим, потомков твоих после тебя». То есть те, которые будут стремиться к чистоте сердца, «Я буду Богом им». Вот как можно перефразировать. «И дам тебе потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую, во владение вечное, и буду им Богом». Конечно, под землей ханаанской здесь можно подразумевать вообще всю вселенную. Потому что Бог вечен, и завет Авраамов вечен, и Господь пришел на землю и даровал не просто одному еврейскому народу землю, а всем христианам, которые приняли авраамическую веру, которые также поднимаются по лестнице добродетелей, как говорит преподобный Иоанн Лестничник, и как Господь указал нам эту лестницу в девяти заповедях блаженств. Знамение завета. Какое же нужно знамение? Человеку жестоковыйному, который стал во плоти, необходимо и телесное подтверждение. И сказал Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой, то есть ты, потомки твои после тебя, в роды их, сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, между потомками твоими после тебя, да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Таинство крещения – это и есть то, та реализация образа обрезания. В Таинстве Крещения мы обрезываем жестоковые сердца наши через покаяние, через отсечение своих заблуждений, своих страстей, которые противоположны нашим добродетелям. Одиннадцатый стих. «Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сии будете знаменем завета между мною и вами». Когда мы будем рассматривать книгу Исхода, то там Господь скажет, вы с жестоковынными, необрезанными сердцами. То есть, вот именно в духовном смысле нужно понимать уже для нас, христиан, это обрезание. Восьмой день от рождения, да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. То есть, смотрите, здесь уже Господь говорит о том, что... Крещение и таинство, которое будет совершено, не обязательно должно касаться евреев. Оно должно касаться всех людей, независимо от нации, народа. То есть, Бога избранный народ должен дать некую эста передать эстафету всем народам, потому что все предрасположены к спасению. И здесь показано, что обрезываются не только, не только по крови, а обрезываются по духу. «Непрерывно да будет обрезан рожденный, непременно в доме твоем купленный, да, и будет это заветом вечным. Не обрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, в восьмой день истребится душата из народа своего, ибо он нарушил завет мой». То есть, тот человек, который не возжелает духовного единения, к чистоте сердца, не будет подниматься вместе с Авраамом духовно по лестнице добродетелей, тот будет отвержен как были отвергнуты еретики Вселенских соборов, Арии, Нестории, Македонии, Монофизиты, Монофилиты, несториане и Коноборцы, так и здесь это указывается. Именно духовное восприемничество, то есть мы, когда достигли с вами, братья и сестры, до шестого уровня, уже или достигаем шестого уровня, сейчас будет шестое откровение, самое яркое откровение, самое важное, тут нужно уже услышать, а что же будет далее для и того, кто родится, обетование Исака. И сказал Бог Аврааму, Сару же, 15 стих, твою не называй Сарою, с одной буквой Р, но да будет имя ей Сара. Сара уже переводится как госпожа. Э, то есть она уже действительно, если Авраам это отец множества, он уже как царь, то, соответственно, и Сара должна быть царицей. Она Госпожою, да будет. Я благословлю Ее и дам Тебе от Нее Сына. Благословлю Ее, и произойдет от, произойдут от Нее народы, и цари народов произойдут от Нее. Вот что интересно, обычно от мужского ли, линии происходит, а тут даже от Сары, потому что Сара смогла преодолеть себя. Она смогла оторваться от чувства эгоизма, так если можно выразиться. Она смогла пожертвовать собою, ведь она хотела быть, чтобы от нее был сын, но она видит, что она все уже, она уже не сможет физиологически родить, и она сомневается, и в этом сомнении, но через это сомнение было преодолением того, что она простила Агарь. Она сначала ее выгнала, но потом простила, и этим она возвысилась, она подготовила свое естество к тому уровню, на котором находился и сам Авраам. Они духовно возросли оба вместе. Бог же сказал Аврааму, именно Сара, жена твоя, родит тебе сына. Ты наречешь имя Исаак. Поставлю завет мой с ним, заветом вечным. А откуда мы видим Исаак? Вернемся немножко назад в 18 главу. Последний стих, посмотрите. Тут написано, что Авраам, он сомневается, но в то же время он поступает по смирению, вот агарь в твоей руке, возьми ее, то есть Авраам тоже смиряется, и вот про Исака прочитаем, и пал Авраам на лице свое, рассмеялся, и сказал сам себе, неужели от столетнего будет сын, Сара 90-летняя, неужели родит, и сказал Авраам Богу, «О, хотя бы Измаил был жив пред лицем твоим! Бог же сказал Аврааму, именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему Исаак». Вот здесь уже в себе рассмеялся Авраам. Его же состояние повторит и Сара. Поэтому мы иногда пропускаем и говорим, Исаака назвали, потому что Сара рассмеялась. Нет, тут уже сам Авраам не поверил, ну, такое чувство недоверия. И как это от меня будет? Это не то, что так даже нельзя назвать недоверие. Это такое радостное состояние. Как? Неужели от меня? И действительно побеждается естество уставы, естество чин. И уста возглашают премудрость Божию. И действительно происходит следующее. И о Измаиле я услышал тебя, вот я благоставлю его, возвращу его, весьма-весьма размножу, двенадцать князей родит, родится от него. Впоследствии мы знаем, что и от Исака родится также Иаков и Исаф, от Иакова 12. Здесь тоже говорится о 12 князей. Это символ будущих 12 апостолов. Я произведу от него великий народ, но завет мой поставлю с Исаком, которого родит тебе Сара, и сие самое время на другой год». Действительно, в сто лет э, Господь э, Троица пришла к Аврааму. Но прежде этого, что же с Авраамом Произошло далее. И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем, и всех купленных за серебро, весь мужеский пол людей дома Авраамова, и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день. То есть, получается, это было приблизительно 13 лет. Поэтому понятно, почему мусульмане обрезают своих мальчиков в 13 лет. Именно это и было откровение Аврааму. Авраам был 99 лет, когда была обрезана крайняя плоть его, а Измаил, сын его, был 13 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. В тот же самый день обрезаны были Авраам, Измаил, сын его, и с ним обрезан был весь мужской пол, рожденный в доме, купленный за серебро у иноплеменников. Таким образом, откровение следующее действительно подготовило их милосердные сердца Авраама и Исаака для того, чтобы с чистым зрением увидеть Пресвятую Троицу. Блажение чистый сердцем, якоти и Бога узрят. Будем и мы, братья и сестры, не сомневаться в словах Священного Писания, не кощунствовать, как это Авраам отдал свою Сару, как это Авраам отдал фараону свою супругу, сказав, что сестра, то есть обманывался. Нет, будем духовно понимать, что Авраам через эти испытания духовно возрастал, принося на каждом уровне покаяние за те возможные отступления, но в то же время показывал, что он достоин того царского и первосвященнического служения, когда, например, нашло на него иступление, и Господь показал, пройдя между животными рассеченными, овном, тельцом и Козочкой, что действительно будет соединено Божественная и Человеческая природа. И вот наступает в следующей главе 18. Мы расскажем о духовном возрастании и явлении Пресвятой Троицы Аврааму. Здравствуйте! Я Ирий Анатолий Слободчиков, настоятель храма Святитель Николая Чудотворца, всего Плюсы. Приглашаю вас на молитву соглашения, которое проходит в нашем храме. Мы читаем Акафис Никола и Чудотворцу. Николай Чудотворец является поистине самым почитаемым святым у нас на Руси. Поэтому присоединяйтесь к молитве вместе с ним, к Господу нашему Иисусу Христу. До встречи на молитве. Всего доброго.